В Тирасполе в воскресенье вечером перекроют улицу Клары Цеткин в районе рынка Меркурий. Будут делать новую дорогу по программе компании «Шериф». Но сперва поменяют теплотрассу, она лежит прямо под дорогой. Данная теплосеть отработала нормативный срок своей эксплуатации. Она введена в 70-х годах. В случае аварии на магистральной этой теплосети в отопительный период, то без отопления остались бы потребители фактически большей части города. Это от Шевченко до Западного. На время работ горячую воду в красных казармах отключать не будут. А вот маршрутки, которые ходят в этом районе, восьмерку, 21 и 22 пустят в объезд. Вот схема. Со стороны центра маршрутки на Шевченко будут сворачивать на улицу Суворова у скорой помощи. Дальше будут ехать по 9 января с выездом на кирпичный проезд. Обратно транспорт будет двигаться по такому же маршруту. Тепловики и водоканал будут работать на улице Клары Цеткин 2 месяца, а потом дорогу ненадолго откроют, чтобы земля осела, а затем дорогу снова перекроют, чтобы заасфальтировать.